Всем привет! Сегодня хочу с вами поделиться рецептом домашних полезных хлопьев Несквик. Детки будут просто в восторге от таких домашних хлопьев на завтрак. Поэтому давайте начнем. Для этого берем 100 грамм овсяных хлопьев. Они у меня быстрого приготовления, но тут подойдут любые. Пересыпаем их в чашу блендера с ножом. И также я добавляю сюда 35 грамм арахиса. Вы его можете, например, не добавлять или заменить на любые другие орешки, или сделать смесь. Их нужно очень мелко перемолоть. Должна получиться почти овсяно-арахисовая мука. Теперь пересыпаем их в емкость, где будет удобно смешивать остальные ингредиенты. И добавляем сюда 30 грамм какао-порошка. Перемешиваем, чтобы они объединились. Затем выливаем сюда один яичный белок. 50 грамм натурального йогурта. И 50 грамм меда. Хорошенько смешиваем все. Меда можете добавить побольше, если хотите сделать хлопья послаще. Или добавить немного сахарной пудры. Но тогда они уже получатся не такие полезные, но зато послаще. Тесто должно получиться такое вязкое и немного липкое. Теперь берем небольшой кусочек и скатываем его в шар. Шарики делайте на свое усмотрение. У меня, например, они получились немного больше, чем в оригинальных хлопьях Несквик. И выкладываем их на противень, стеленный пергаментом. В этом рецепте прямо все быстро делается, кроме как скатывать эти шарики. На этот процесс придется потратить достаточно много времени. Поэтому берите деток и пусть они помогают и тоже крутят. Думаю, им будет интересно и так получится быстрее. Вот такой у меня получился полный противень заготовок. Отправляем их в заранее разогретую духовку до 180 градусов, примерно на 15 минут. Я их во время выпекания периодически перемешиваю, чтобы они не пригорели. И как только вы их достанете из духовки, они еще будут мягкие. Но как только они остынут, они затвердеют. Поэтому не передерживайте их, а то их потом будет невозможно раскусить. С этого количества ингредиентов получилось 205 грамм готовых хлопьев. Это примерно на 2-3 порции. Домашние хлопья в молоке долго не размокают, как все остальные. Но при этом они также красят молоко из-за какао, что очень вкусно. Хлопья сами по себе не сильно похожи с оригинальными, так как в оригинальных идет все-таки много сахара. А вот домашние прямо полезные. Они сытные, что является огромным плюсом. На завтрак такой сухой завтрак то, что нужно. Думаю, деткам будет интересно попробовать домашнюю версию знаменитых хлопьев. Поэтому готовьте и пишите потом, как вам. Также, друзья, не забывайте подписываться на мой канал и ставьте палец вверх под видео, если вам оно понравилось. Ну а я, как всегда, желаю вам приятного аппетита и всем пока!